Уже 440 тысяч семей в Казахстане являются получателями адресной социальной помощи. Это свыше 2 миллионов человек. Число казахстанцев, воспользовавшихся государственной поддержкой, выросло, как и сумма пособий. На сегодняшний день малоимущим семьям выплачено порядка 200 миллиардов тенге. О новых механизмах оказания АСП жителям села Евгеньевка в Павлодарской области рассказали члены правительственной рабочей группы во главе с заместителем премьер-министра страны Бердибеком Сапарбаевым. Сельчанам подробно разъяснили, что прежде всего господдержка нацелена помочь людям выйти из сложной жизненной ситуации. Проблема решается комплексно. Людям не просто выплачивается денежное пособие, им помогают обучиться и трудоустроиться. Адресная социальная помощь выплачивается в том случае, когда по доходам семья является малообеспеченной, ее доходы, когда мы делим на каждого члена семьи, не доходят до той черты бедности, которую устанавливает государство, а это 70% от прожиточного минимума. Правительственная рабочая группа также ознакомилась с работой сельской врачебной амбулатории. Ее построили 3 года назад. Медицинскую помощь там получают 6 тысяч жителей 2 сел. Побывали члены правительства и в городе Аксу. Там они посетили открытый в рамках ГЧП реабилитационный центр. Учреждение бесплатно оказываются специальные социальные услуги детям от года до 18 лет с нарушениями опорно-двигательного аппарата.